pass. The pay will be awful, and the risk will be high. But you might learn something, if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you could put together your own deals, your own jobs. So, there's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. Всем привет! Мы продолжаем проходить GTA 5. Ну ёп... Да, отрубаем радио. Представляете, в том видео музыка оказалась, и мне там YouTube предъяву опять сказал. Ну, классно управлять, однако, как тут. Иногда прям так нравится. Да, FPS нормально. Ладно. Отправляемся на задание. Вот оно здесь находится. А, подождите, вот я еще тут хотел глянуть, что вот это значит. Это значит гараж в Вайнвуде. Что это значит, я не знаю. Все-таки. Ну, давайте посмотрим. Так. Заметка, дисконт-магазин, гольф-гараж. А где банки там всякие? Где можно нормально так оторваться? Ну ладно, давайте же... А, подожди, стоп, это не задание. Стоп. Блин, я что-то не понял. А где у меня это задание-то? Помните, нам же... Мы в той части, что мы сделали-то? Что нам сказали мне? А, гоните фургон... Bugstars в HS. А, все, понял. Так, считайте, или что там написано, мне не видно. Снаряжение необходимо для ограбления. Выполняя подготовительные задания, как только все будет собрано, вы получите доступ к основным. Что-то там не понял, задание. Хорошо. Давайте тогда отправимся. Можно выполнить задание. Так, это далеко, да, далеко. Далеко. Ну ладно. Я так понял, быстрого перемещения нет. Или вертолеты, самолеты, я не знаю, есть. Нам переть 4 километра. Километра. Итак, погнали. Тормозной путь надо качать. Ой, тормоза. Итак, да... Что ж ты будешь делать? Ё-моё, копы, да? А, нет, показался. Ладно. Капслук тоже не работает, не знаю почему, но ладно, неважно. Итак, попытаемся максимально аккуратно проехать этот... многокилометровый путь. Да, тут есть оружейный, кстати. Вот непонятно, можно ли предъявить кому-нибудь что-нибудь. Ну давайте вот, например, возьмем вот этот пистолет. Так. Сюда, да? Не, нельзя. Хорошо, точнее, не очень, конечно, круто это. Ну ладно. Итак. В сторону. Ну все, смотрите, мы уже почти приехали. Уже много достаточно. А, нет, всего 1 километр. Ну ладно. Да ничего, проедем. Так, у нас есть указатель. Это круто. Это очень круто. Научился-то я наконец-то пользоваться. Ну, уже давно, правда, но все равно. Сначала не знал как. Ну, главное, влиться в игру, да, вникнуть, да, потому что, понимаете сами, что там аэропорт где-то есть, я так понял, да. Сами понимаете, все, тут тоже можно, смотрите, прыгнуть. Сами понимаете, что все-таки невозможно, ну, лично мне невозможно, так как я, может быть, неопытный геймер, не хочу так называть. Не очень как мне это слово нравится. Неопытный. В общем, не важно. Я к чему это все говорю? К тому, что если ты установил игру, какая машинка проехала классная. Если ты установил игру, если ты новую игру приобрел, то тебе необходимо как следует в нее вникнуть. Познать ее, скажем так, привыкнуть к управлению, чтобы быть уверенным
и грамотно ее начать проходить быстро, налегке. Смотрите, у нас чувак попросил его, ну, вежливо выйти, да? А тот, кстати говоря, он вышел, но он, по-моему, стал нашим врагом теперь. Ну, там вот точка какая-то появилась на карте. Так, я надеюсь, меня слышно. Чуть-чуть болтает. Я вроде микрофон включен. Ну ладно. Погнали. Пердонит тачка иногда. Нам направо. Смотрите, нам... О, все, мы приехали. Зашибись. Это не так-то оказалось все и далеко. Я думал, сейчас врежусь опять. Ну ладно. Привет, ребятки. А, то есть мне типа осторожно тут надо. Так, хорошо. И что? Типа мне туда нельзя, правильно? Ну, давайте думать. Я не помню, что у нас было в той части, ну, что нам говорили. Давайте попробуем самостоятельно как-нибудь попроходить. Во-первых, рассмотрим, есть ли тут какие-то запасные входы. Ну, там вход есть. Но тут опять охрана, походу, да? А, нет, тут нет. И, кстати, давайте обратимся к настройкам. Мышь, клавиатура, и здесь... Хотя здесь, по-моему, мы не сможем ничего сделать. А, назначение клавиш. Так. Смотрим. А, вот. Итак, бой. Прицелиться, спрятаться. Рукопашная. Так, мощная рукопашная. Так. В общем, я не помню, как нам нужно подходить к противнику сзади и долбить его быстро. Ну, тихим. Оглушение, убийством тихим, я не знаю, как это назвать. А, по-моему, там то ли Q, то ли R надо нажать, насколько я знаю, если я не ошибаюсь. Так, все, идем к цели. Давайте, вот мы здесь обошли с этой стороны, посмотрим, может быть, нам удастся как-нибудь незаметно. Хотя у нас какие-то три точки нарисованы на радаре, я не знаю, что это. Давайте двигать дальше, вот здесь. Вот тут есть лестница какая-то, ну, не знаю, за... Напрасно ли она здесь поставлена просто так, или все-таки за делом. Так, да, вот тут есть какие-то окна. Не знаю, что они дают, правда. По-моему, они ни хрена не дают. Хорошо. Ну нет, давайте. А, вот тут, может, еще. Нет, тут уже точно нету ничего. Да, тут простая вентиляция. Отлично. Давай побыстрее. Отлично. Получилось. Все, спускаемся. Твою дивизию. Случайно получилось. Ну ничего, как ни в чем не бывало. Да не, подожди. А, подожди. Может, мне можно к ним подойти как-то? Типа, все фургоны гнать? Ага. Я что-то не помню, что надо сделать-то. Открыть меню. Ага. Main office will help you with your bug count. Че? Chief, I gotta direct you to the main office. А куда это? Где это такое-то? Look after yourself. Where was I? Yo. Я не очень пойму. Ну ладно, давайте. Я немного не понимаю, о чем он говорит.
И вообще задание свое текущее не очень понимаю. Давайте обратимся к карте, может быть. Вот тут написано, смотрите, друг. А, друг. Транспорт. Ага, друг, да? Транспортное средство. Одним значком обозначаются. Да блин, но если он друг, какой офис? Где офис? Я немного не догоняю. Без указателей, что ли? Друг. Написано друг. Да хрен его знает. Немного не пойму, блин, задание. Ну, давайте побегаем, посмотрим. Да не, вряд ли, конечно. Мне кажется, нам все-таки нужно идти. Идти нам нужно все-таки угонять тачку. Написано угоните, ну, давайте угоним. Ой, компьютер. Так, деньги, услуги. Так, ладно, все, не знаю, короче, что делать-то. Давайте пробуем. Вот, написано, что-то. А, это... Ну, составили тут компьютер, конечно, молодцы, ребятки. Все, гоним, пошлите к ним. Если нас прибьют, я не знаю, что делать. Ну, я точнее знаю, мы, может быть, поищем другой способ какой-то. Тут есть у нас, видимо, катер какой-то должен быть, там лестница. Все, ребят, я пошел угонять ваш фургон. Не знаю, про какой офис ты говоришь. Hey, call the cops. He's taking a van. This guy's getting in a van. Hey, call 911. Oh, sir. Да. We have a 503. Ну, знаете, на таком фургоне, мне кажется, вряд ли мы сможем убраться отсюда. От копов. Да еще и капслук что-то не работает. What is this shit? Сейчас мы обратимся к настройкам. Прошу прощения. Так, сейчас посмотрим. Итак, значит, где у нас тут машины, байки? Значит, рулить, наклониться вперед. Фары H. Ну, H, H. Ручной тормоз, сирена, клаксон, управление мышью. Блин. Это, конечно, все бляха-муха. Это, конечно, все круто, но наклониться назад. Но я не очень понимаю любой транспорт. Присесть. Не очень понял. Сейчас скажу, что. Как крутится в машине. А, вот так нужно. Ну, по сути, я должен... Или я что-то не так делаю. Я не очень понял, как угонять от полицейских. Я знаю, что Watch Dogs... Там типа... О, все отлично. Ух ты. А как я... А, просто надо газануть назад. А, что Watch Dogs, там, когда торможу, не загораются фары, то там из поля зрения просто надо уйти, там, какое-то время, и все будет шикарно. А здесь, ну, видимо, то же самое. Пригнуться можно и прочее, это все работает. Просто, знаете, когда вот все-таки, ну, игры все-таки эволюционируют, скажем так, да? К сожалению, к небольшому. И такие мелочи, казалось бы, пригнуться, да, там, это реально работает в играх, да, то есть все становится более реалистичным. Иногда я несу бред, да. Ну ладно. Хотя это вроде не бред. Хорошо. Хорошо, что мы едем одни, а то бы сейчас опять кто-нибудь начал болтать с кем-то, пока, ну, пока едем. До точки, до пункта назначения до места нашего. И мне пришлось бы читать титры и одновременно вести машину. Вот было как в Far Cry 4.
ну, либо русский перевод, либо автовождение, я в этом смысле. Потому что отвлекаешься все-таки. И чё, мне три фургона, что ли, надо угонять? Или любой из них надо было? Я чуть не очень понял. И, как всегда, я начал долго думать, что делать. Хотя все очень просто и очевидно было. На X надо приседать в машине. Прятаться. Интересно, мотоцикле тоже нужно прятаться. Все, я приехал. Отлично. Да, что это значит? Отлично. Оборудование... Я не знаю, как читается. Бакстар или... Букстар или... Бакстар... 50% хитрый жук. Ну, да, видимо, что-то тут было такое хитренькое и непонятное. Но мне как-то по барабану. За это премию вроде бы пока что никакую не дали. То есть, может быть, что-то и дали, но... Я не в теме. Пока что. All right, Lester, we got a pest control van. Good. I've got a line on the knockout gas. It's made in some lab on the coast, but two shipments a day come through the city from the northeast, taking it to the airport. All right. I'll see if I can jump one. Стоп, а мне на этой машине можно ехать? Как вы думаете? А. Нет, да? Хорошо. А, далее. Нам необходимо сейчас отработать машинку. И... Блин, да вы гоните так далеко опять. А карта-то открывается? Как вот тут открыть карту? Что-то я не въехал на него пока что. Подготовительное задание. Хорошо. А, но мне нужен желательно... Ой, что за ее мобиль? Мне нужен желательно мотоцикл. Ну или какой-нибудь спорткар, чтобы побыстрее добыть... Вон тут бетономешалка вон там. А, ну, даже не знаю, не знаю. Как-то я беспалевно так иду по дороге. Ну это же GTA. Что вы хотите... Сейчас посмотрю, если машина каких не приедет. Ну, нормальных, то придется уже тогда любую брать. Вон там какая-то снизенькая машина. Не очень. Че это он виляет? Пьяный, что ли? Так, сейчас глянем, что это у нас за машина. Да блин, ну фигня какая-то. Стой! Стой! Ладно. Берем вот эту, короче. Ключи забыл, чуваки, просто. Вот и все. Так. О, тут даже яркость можно настроить. Круто. А, все. Так, только вот куда мы поехали, непонятно. Надо назад. Хорошо. Назад так назад. Ну что, едем? Конечно, едем. Ой. Как радио вообще навсегда отрубить? То, ну, немного... Немного... Немного не нужно. О! Стой! Стой, бляха. Стой, 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 стой. Нет! Блин. А чё он? А. Кстати, дробовик надо перезарядить. Ну... Или не надо? Ну ладно. Так, вот тут деньги рассыпались. Плюс 12. И еще плюс 12. Ладно. Погнали. Вроде еще что-то валялось. Ну посмотрим. Может быть я зря, кстати, за этим мотоциклом ехал. Может быть он достаточно медленный. Бляха-муха. Не туда едем. Много времени трачу на болтовню. Не на болтовню, а на вот это непонятное передвижение. Кстати. Прикольно.
угар вообще. Тут, я так понимаю, тоже, да, сейчас от первого лица. Двери фургона, уничтожьте его, чтобы добраться до груза. Пошел. Резкое управление немного. Мотоцикл. Тут даже на время. Что-то я, видимо, не прочитал толком. Не понял. Ничего себе. Это как понимать-то? Подожди. А, вот он. Все ясно. Вот это шли. А, он там. Какой фургон ты я кормил? Украдите фургон, либо его груз. А как я это сделаю? Твою. Ну да, нормально. Самое главное, встал нормально, да быстрее только. Я его вижу эту книгу. Стоп, подожди. Немного до меня не до... А, все, метку надо убрать. Итак, что-то там разнесите фургон, или что он сказал? Слушай, а если я перекрою ему дорогу? Подожди, стой, стой. Фига он крут. Хорошо. Полиция. Падла, он увидел пистолет, что ли? Да, в бошку попал. Да ёпти. Блин, тут опасное движение. Твою дивизию. Хана, копы приехали. Надо было груз украсть просто. Так, самое главное, с поля зрения из них выйти. Блин, ну такой и тортильи. В таком медленном ты хрену видишь. Хотя, если сейчас попытаться скрыться, как вы думаете, это возможно? Ну, если меня спалит, мне хана. По-моему, меня спалили. Да. Угар, да? Я так понимаю, мне валить надо. Ну блин, ну на такой-то говнотачке мне не свалить от них. Как это вообще представляете? Надо куда-нибудь на переулок. Ой, блин, ублюдки Саныч. Водила хрена, вот тут ездят всякие. Блин, ну они меня догоняют, ёп. Я вообще еще удивляюсь, как они меня не догнали. Да чё это такое, ёп твою дивизию, блин. Понаставлю говна всякого. Да уйди, без толку, чуваки, без. Ладно. Майкл Паки. Блин, это бред, честно. Да, непонятно немного. Хорошо. Повторить. Еще по одной повторим. Вот, собственно, про это слитие с игрой я и говорил. Так, он поедет по этой стороне. Значит, едем здесь. Хорошо. Итак, я не могу прочитать, вот не сгораживает кадры в секунду, надо в другую сторону что-то сделать. Так, видимо, нам сказано перехватить, правильно? Мы сейчас это сделаем, но для начала выберем пистолет. Так, это не он. Уничтожьте его, сказано. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Я не очень понял. Что уничтожить? Я не очень понял, что надо уничтожить. Ага.
Оставьте фургон на швейной фабрике. Ну, понятно. Ну, все, ребят, что, 3 попытки, с 3-й выполнил задание. Ну, видите, сейчас не спалили, непонятно почему. Может быть, потому что никого в наблюдении не было, либо далеко стрелял, либо, ну, разные причины. Хорошо. И нам переть не так-то долго, не так-то далеко, но неизвестно, как долго. Потому что, заметьте, машинка-то у нас не из самых быстрых. Да. Да, господа. Ну, ничего, подождем. Вроде музыка вырублена. Все равно что-то играет. Ну, ладно. Так. А что за музыка реально? Может, игровая какая-нибудь? Ну, ладно. Ну да, разгон плохой достаточно и прочее, прочее, прочее. Что же там за груз-то такой? Хотя, нам же говорилось про это. Да. Все, мы приехали. Отлично. Да, я помню эту дорогу. Мы здесь столкнулись с той части. Капец, какой-то дебил выехал направо, непонятно почему. Налево. Уворачивать решил. Как паровоз, блин. Все. Хумайн написано. Хумане. А, ну все, я оставил. Или нет? А, подожди, стой. Не доехал немножко. Итак, все, теперь мы на месте. А, все, понял, это место. Мы здесь голубой фургон оставляли только что. Hey, Lest, I got the good night gas. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. Фургон, я так понимаю, нам нельзя брать. Ну, давайте пош... А, ну все. Дарнелл Брос. Круто. Now we all know why we're here. We've got a store to take. А ты стрелял, что ли, было? Что ли, было? Elegant. Listen to Lester. Pay attention to the information he gives you, and we'll all make a buck. Things go bad, you know the drill. This wasn't organized, we don't know each other. We got caught up in a robbery and acted in self-defense. But it's not going to be an issue, because everything's going to go just fine. The alarm system is easy. Now, if I didn't need to be running things, I could have it offline myself, no problem. But you should be able to get us a pretty decent window. How decent depends on the job you do. Now, once it's down, you signal Michael, he makes the call. Things look good. We should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep, no problem. We take our time. If we run into trouble, we move quickly and with force. Any questions? No? Let's go. Отлично. Frank, you're with me. Christian, take the truck with the bikes. Eddie, Norm. You got the van. Эй, он угоняет меня, урод, быстрее беги. Нормально. Нормально. Быстро сели, надо. Ой, подожди, а нам сюда надо. Да, дизин сектор. Ой, дизин. Дезинфекция, дизин секции, там разные дезиротизации. Конечно, я готов. Well, shit, don't blame me the way these canisters is mixed. Just be careful. Главное, будь осторожен. Yeah, okay. Молодый. Listen, слушай, I stuck my neck out я вот you тебя впрягся. Man, you don't need to tell me не говори, чувак. Again. I got faith in you, я тебе верю, but you're unproven. Unproven? For real? Так осторожней. So I didn't prove myself when I jumped off the back of that yacht on the highway, huh? Yeah, but these guys don't know you. They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and their freedom on the line. I ain't gonna fuck this up, man. Good. I got enough shit to worry about. So you cut corners on the quality of the crew, huh? I allocated resources the way I saw fit, okay? How's that? The driver's capable. The others, not so much. So, that's like what? Gunman and hacker? Yeah, the getaway should be fine. But we gotta hope these two hold it together during the robbery. Круто, что гонорары не повышаются при этом. Подожди, а нам не сюда надо.
Куда прёшь, ё-моё? Всё, давайте. Ну всё, мы уже почти приехали, да? Да. Отлично. Короче, прокачивать своих чуваков надо. Ну, конечно, русского перевода нет, потому что столько мата. Мне кажется, я не знаю, из-за чего это, конечно. Я так, шутка. I'm cool. А, подожди. Да, я знаю это место. Да ёб твою скотина, только тут вроде никого не было. Ой, извините. Блин, представляете, вот так вот. Ладно, все, погнали. А, подожди, то есть, ну, туда ехать совсем нужно. Ну, я приехал. Да, все, до катсцены. О, за Нигера играем. А если я за ним сейчас пойду? Ну, ладно. Залезайте на крышу. Да. Здрасте. Чё у него написано? Букстарс. Или Бакстарс. Может быть. Старс, это я знаю, звезда. Hey, чё, обосрали голуби, да? Так, а куда тут идти-то? Вот туда, да? О, подожди, стой. Не боишься? На пальму давай. Прыгай. Я сейчас спрыгну, пока вы мне отдадите мне что-нибудь. Это типа я шум создаю, да? Круто, круто, круто. Ну чё-то слишком громко я шумлю как-то. Наверное. Жирники у нас. Все. Да знаем уже, откуда мы тут были уже. Man, используйте, чтобы выбрать... А, вот это. А куда бросать-то, ёкарный карась? А, все. Зачем Дизинс? А, все, понятно. Это как? Фу, блин. Ну, пердонил, короче. Охренеть, 100 тысяч долларов. Блин, ну к чему учат людей? Ну ёпта, я не понимаю. Ты, конечно, понимаешь, что это все игра, но ел как не карась. 1 миллион. Вы че? А, типа пока кто... Пока мы успеем, да? Два миллиона. Всё, последний за мной. Всё, валим. 4,5 миллиона, походу. А куда валить-то? И чё, я за это должен платить тем хакерам? Каким хакерам-то? Или про что они говорили-то? Помните, каких-то хакер, которому мы типа должны еще часть прибыли дать? Вот, сейчас можно.
капсулу. Может, только во время каких-нибудь заданий, не знаю. Уворачиваемся. Мешок с подарками не потерять, главное. Ну, блин, как они нас спалили, я не понимаю. Вроде такие скрытные. Ё-моё, посмотрите. Благо у нас есть вот этот вот, люди впереди. Наши напарники, куда ехать, а то... Походу, это тот, которому должны были заплатить. О, прям. Блин, вот такая погоня, я еще читать должен. Бляха-муха. Походу, я просрал, да? А, нет. Это что за шахты вообще? Да блин, я вон за чуваком с вами еду. В баллоны врезался. Капсулу, чтобы... А, вот, чё, точно, капсулу можно. Сбываю. В воде. Так, осторожней. Как там маневры какие-то делать? Ну, крутиться как-то там, еще что-то. Чё? Да, молодцы, давай. Отлично, отлично. Так, и вроде едем. Все нормально. Но радар мигает, мигает. Только, пожалуйста, не за мне облажаться. Смотрите, куш тот же у меня. Я не успеваю, чувак. Что-то там на реке, я понял. Вроде там все хорошо у них, да? А, все. А что делать? А что надо?